Пане Романе, судний день він так само плановий. Він Медведєвим в алкогольному ударі був прописаний ще місяць тому, здається, або навіть більше. Якщо вдарять легко, по Кримському мосту. Легко може бути, да. Тобто це може бути общий, так сказати, процес, але сьогодні не судний день. Це немножко не то. Тобто є определенные действия любого командующего, который начинает выполнять функции, вновь на него возложенные, он их начал выполнять теми методами, которые он может. Он может только единственный метод, это он проигрывает полностью на театре военных действий, на фронте везде проигрывает, кого бы ни назначить, сейчас просто армия там проигрывает. Потому и Путин его вытащил из этой колоды замусоленной для именно выполнения именно такой задачи, то есть постараться закошмарить Украину с помощью авиации и ракет. То есть и сразу же в этот же день, как только его назначили, в ночь мы увидели массированный удар по Запорожью. Это, так сказать, проба пера. Они отработали по Запорожью, включая и ракеты Х-22, и Х-59. Увидели примерно алгоритм нашей работы, еще раз просчитали алгоритм нашей работы, нашей противовоздушной обороны. И сегодняшний удар, также его можно было... Любой, в принципе, командир авиационный командир может просчитать такого уровня операции. То есть сначала идет массированный удар, называется «куда попало». Почему именно и гражданские объекты попали под первую волну. Первая волна идет для того, чтобы выбить все ракеты противовоздушной обороны, чтобы мы выстрелили на первой волне все, что у нас есть в тубусах, стоит именно в пусковых установках. Это первая волна, а второй волной уже начинается уничтожаться. Первую волну ракет, в основном 70-80% ракет первой волны сбивается именно вот этими ракетами противовоздушной обороны, противоракетной обороны. Они выходят с пусковых шахт, а дальше есть время определенное на перезарядку. И если первой волной выбиваются все средства ПВО, то есть они отстрелялись, дальше есть определенное время, пока заново пусковые шахты не будут установлены ракеты, а там время довольно-таки серьезное, там и часы иногда бывает. Потому второй волной накрываются уже объекты инфраструктуры, те настоящие объекты, по которым реально идет удар. Это уже объекты инфраструктуры, либо военные объекты. И вот уже вторую волну сшибать просто нечем, потому что все выстрелено именно по первой волне этих ракет. Потому первая – это такая отвлекающая, но именно на первой волне, потому что для того, чтобы ПВО срабатывало, эти ракеты российские должны были идти по городам, потому они сразу выпустили именно по городам в Украине, вытащили наши ракеты из пусковых шахт, а дальше вторая волна накрыли уже военные инфраструктурные объекты. Ну, это прогнозируемый вариант, именно в такой последовательности, это чисто военный подход. Алгоритм. Ну, с точки зрения алгоритм, да, с точки зрения именно применения авиационных средств поражения.